Вот и подошел к завершению наш цикл вот этих небольших уроков. Я надеюсь, что вы и представление о курсе получили, и пользу получили. Давайте кратко перечислим. Вы получили технику запоминания на себе. И, надеюсь, уже попробовали. Работает отлично. Вы получили цифровой алфавит. Надеюсь, вы теперь все пин-коды свои на зубок, пароли свои тоже. Надеюсь, вы теперь знаете, что такое метод римской комнаты и будете это дело применять. И уже сделали вот тот антистрессовый там механизм, о котором я говорил в предыдущем фильме, и активно им пользуйтесь. Но в нашем курсе вот материала подано гораздо больше. Там и запоминание таких вот вещей вроде таблицы Менделеева, даты, последовательность всяких событий исторических, что-нибудь из жизни великих людей, какие-то данные, там, не знаю, там, точка плавления золота, глубина Байкала и так далее. Нет, масса всего. И все это вы будете уметь запоминать. И самое главное, что вы сможете вот эту информацию перенести на свою и повседневную жизнь, и на свою службу. И стать с точки зрения, что ли, вашего работодателя более маневренным, более быстрым, более четким. А еще учтите, как поднимется ваша самооценка при этом. Я уж об этом не говорю, но это, в общем-то, и есть такое дело. Вот. И всего-навсего, в общем-то, это нужно пройти этот курс, выполнить все упражнения, которые там даны. И, в общем-то, самое главное, начинать пользоваться этим в жизни. Как вы, надеюсь, и делаете вот с материалом предыдущих занятий. Ну, а сейчас я хочу с вами пока, вам пока сказать до свидания. Не люблю это слово, прощайте. До свидания. До новых встреч. Я надеюсь, что мы встретимся на страницах курса. А для того, чтобы этот процесс ускорить, внизу там есть кнопочка «Заказать». Нажимаете, и мы с вами в скором времени встречаемся к взаимному удовольствию. Удачи всем и во всем.